Сейчас сделаем небольшую караоке-студию, караоке-систему. Так. Для этого нам нужно зайти в настройки телефона, проверить подключение. Ну, у нас он подключен, я вам просто покажу, какой Bluetooth у этого телефона. Так, здесь выбираем SODLK-T200+. По названию колонки у нас уже подключена. Если не подключена, подключаете. Далее нам понадобится, ну, к примеру, Rutube. Здесь есть караоке-ролики. Микрофон включен. Раз, два. Раз, два, три. Надо подстроить громкость микрофона. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Таким образом мы организовали нашу караоке-систему. Теперь с помощью нашей колонки мы сделаем домашний караоке. Подключим ее к телевизору. Если у вас телевизор с Bluetooth, либо если у вас есть ТВ-приставка, то можно организовать караоке и дома. Для этого, как проверим работу микрофона, включаем микрофон, включаем колонку. Раз, два, три. Раз, два, три. Колонка работает. Если микрофон не подключился, просто нажмите на вот эту кнопку. Микрофон подключится. Так, отлично. Микрофон подключился. Давайте подключим Bluetooth нашего телевизора, подключимся к колонке. Для этого зайдем в меню настроек, найдем нашу колонку в меню. У нас это происходит таким образом: настройки Bluetooth, по названию у нас тут по названию вот эта наша колоночка. Вы слышали звук подключения, я думаю. А теперь зайдем на YouTube, выберем караоке ролик. Ну, караоке роликов много, вот достойное что-нибудь. Раз, два, три. Можно подстроить громкость, громкость колонки, громкость микрофона. Колоночкой управляем с пульта колонки. Раз, два, три. 4, 5. Итак, мы сделали домашний караоке при помощи нашей замечательной колонки и ее микрофонов.